общем, поехал я приседать. Прошлую тренировку я плохо присел, не выполнил план. Хотя сделал все как надо было. Я 2 дня отдохнул, 2 дня грузился углеводами. В тренировочный день я 2 раза по часу поспал, хорошо кушал. Вечером приехал в зал. Все, казалось бы, хорошо шло. Ничего не беспокоило. Но крайний подход на 340, короче, обосрался. Кое-как встал, не попал в бинты. Недовольный я. На второй подход я не пошел. Сегодня идем от обратного. Я с ночной смены. Я не поспал. Не получилось. Не знаю, почему приехал. Поел, лег спать. Полчаса поспал, проснулся и не могу уснуть. И мне уже Витя пишет, что не спишь. Поехали в зал приседать. Ну, я говорю, все, так пособирайся, поехали. Вот время 11 утра. Поедем, посмотрим, как сегодня будет. Приседать сегодня буду в других бинтах. Взял себе СБД соревновательные. Ими много кто пользуется. Многие хвалят за жесткость, за эластичность и так далее. Посмотрим. До этого я приседал Titan Gold. Такие желтенькие. Кто в теме, тот знает, что это за бинты. Мне они очень нравились. Но сейчас свой ресурс они уже все исчерпали. И решил я попробовать СБД. Много с кем советовался. Все, в принципе, советуют попробовать их. Посмотрим, как будет. На тренировку настрой боевой. Правда, маленько беспокоит поясница. Даже не знаю. Даже в спокойном состоянии что-то там где-то колет. Но оно, в принципе, всегда где-то что-то болит, когда к чему-то готовишься и поднимаешь тяжелую штангу. Будем по ощущениям работать. Если заболит сильно, то дальше ничего не буду делать. Давай.
Раз сойдет. Встаешь, хорошо. Молодец. Вот и поприседали. Что я могу сказать по этому поводу? Такая себе тренировка получилась. Интересная. Не мог настроиться. То есть на 300 уже все пошло не по плану. На первый подход меня заморосило сильно. Начало трясти. Так, сделал на разочек, хотя план был на 3. На второй подход вообще не смог настроиться, пришлось снимать бинты, думал уже собираться и домой ехать, потом как-то, блядь, собрался силами, по итогу сделали 300 на 3, на 330, в принципе, встал нормально, но на мод какая-то хрен пойми получилось, ну и 350 на разок, хотя планировалось на 2, не знаю, сегодня получилось на разок. Что сказать, бинты отличаются, работают чуть-чуть по-другому, упора внизу нет совсем, вроде наматываешь жестко, жучит они будь здоров, но упора внизу нету. Не знаю, хорошо это или плохо, пока я не понял с одной тренировки. Руки не опускаю, двигаемся дальше. Теперь я хочу спать. Сейчас приеду, поем и лягу спать. Надеюсь, теперь я усну. Как-то так. Витька, братишка, спасибо, что приехал. Помог мне, подстраховал. Сегодня, в принципе, тренировались вдвоем. В зале больше никого не было. Как-то так. Всем спасибо за просмотр.